Всем привет, дорогие друзья, с вами Шишвили, мы играем в Дино Тигер, что-то, ну, игрушка, которую, не знаю, может быть детская, она больше детская, по моему мнению, и хотя бы по графике, которая здесь вот, давайте попробуем раздолбить кого-то, наверное, я не знаю, динозавром будет рабочий динозавр. Так, это что у нас? Давай-ка дальше, а тут можно как-то... А, вон как. А, это он сам автоматически так делает, что ли? Ну-ка, а, типа нажимать надо. Жик, туду. Едем, едем, мы поедем. Динозавр умнее нас. Так. А что такое? Типа эта фигня его коцала, что ли, или что? Я не понимаю, что там. Альбом. Во! Готовимся! Бам! Вообще нормальный ты, чувак. Вниз отправил. Так, готовимся! Так, что у нас дальше? Приготавливаемся. Нет больше ничего, что ли? Просто едем, и динозавр делает за нас работу. Тыш. Так, что у нас тут? Колесо, да, крутится? А, вон, как надо самому. А что делать-то? Или ниже? Куда надо? А, ну может сюда все-таки? А, там раздолбить можно эту фигню только еще. Так, что это у нас? Так, мы так сделали, да? У-ху, а ему нравится, когда здесь какая-то железа, что ли. Жук. Готовимся. Что-то он приготовился, типа, для того, чтобы стукнуть. Вах! Вах! Уху, е-е-е! Глаза аж закрыл. Давай, братюнь, поехали. Поехали, долбить. А, вон. Жук, приготовимся. Собираем. Вот и все. Уху! Блин, ты как неадекватный динозавр. Ему нравится пить лаву. Пить лаву. Они не пьют ее, не надо. О! Тут еще. Ага, собираем. Собираем, братухи, собираем. Собираем все дерьмо, которое здесь есть вообще. А что такое? Ого, е-е-е. Так, и у нас, в принципе, врагов нет, мы просто едем и долбим всякие штуки-дрюки. Уху, уху. Это финиш, наверное, да? Ага, ага. То есть, так, три. Ну все, кушай свои неадекватные этим. Что у нас получается? Это заблокировано. А сколько стоит, например, чтобы его разблокировать? Либо это деньги стоит. А, то есть я его разблокировал? А, нет, смотрите, не разблокировал. У нас только, смотрите, получается. Главное, я нажал на него, а он, типа, я думаю, разблокировался, а он нет. А смысл тогда, то есть здесь не собираешь даже ничего, то есть никаких там плюшек, там, кулюшек. Так, у нас есть вот эта штука. А здесь отличается, мне кажется, да, и сами уровни, если ты идешь. Быстрее беги, а то тебя замочат. Вот, ага. Уху. Да, отличается, наверное. Здесь нужно будет не разбивать, а винтить их, я не знаю. Вот. Ну-ка, все, воду. Жук. А для чего? То есть, чтобы на нас не упала она. Так что смотрите. Видишь, мы можем упасть даже здесь. Это сложнее даже уровень, смотри-ка. Для этого мы толкаемся нормально. Уху, бежим, пока у нас или поехали. У нас три колеса, там, по-моему, четыре было. Оу. Ага. Так, ага.
А что ты делаешь? На обработку? Ты же можешь его тоже был провинтить. Ух ты. Как все это запущено. Я не знаю, для чего ты собираешь их все. То есть там даже нету никакой валюты. То есть ты просто типа, о, как красивые камни. Давай быстрее. А, второй, братан. Вози меня, вози, 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 да. А, мне даже нельзя слететь от этого, да, сжать, например. Вот это у него. Он там разговаривает, я вижу, у него просто словарный запас на... Развит вообще. Круто. Так, у нас какие-то здесь вообще знаки непонятные, ведутся работы, всегда под ним что-то трещит. Но ты всегда успеваешь, потому что это легкая игрушка. О, там три аж этих. Легкая игрушка, и она не требует особого напряга. Едешь ты, красивые вроде уровни, какой-то дракошка миленький, и просто, который говорит, ага, ага, и ага. И ты собираешь денежки потом всевозможными, то есть тракторными какими-то, я не знаю. О, нас закрепили, короче, чтобы мы не смотрели. А смотри, можно здесь, кстати, управлять. Летим быстрее. Он уснул, смотри, чуть не уснул. Давай, милый дракошка. Вверх, вот. Даже лифт не пририсовали, просто делали... Фиолетовый какой-то. О, финиш! У тебя встречает уже прям. Три. Я не понимаю, здесь не открывается пока эти. Здесь все равно надо играть. Здесь почему-то, вот смотрите, здесь нету магазинчика. Вот, да, вы не видите тоже. То есть здесь, в принципе. Ты только будешь вот управлять этими, не знаю, трактором, потом вездеходом, тогда же ездить. Если вам понравилась, конечно, игрушка, я оставил ссылку в описании, но мне кажется, это она более детская. И играть в нее я бы как бы не стал. То есть это все-таки какая-то детская игрушка, такая, ну, знаете, несмышленная, такая легкая и непринужденная, как сказать вообще. На этом все, с вами был Швиля, до новых встреч, пока.